святой, вот и я, прошу, измени меня, о, покажи свою славу и силу, очисти меня, Господь, чтобы не потускнеть, чтобы нести Твой свет в этом мире. Дух Святой, вот и я, прошу, измени меня, о, покажи свою славу и силу. С Духом Святым все смогу я пройти, Он в тихом ветре придет, чтоб я вышел, как золото. С Духом Святым все смогу я пройти, Он в тихом ветре придет, чтоб я вышел, как золото. С Духом Святым все смогу я пройти, Он в тихом ветре придет, чтоб я вышел, как золото. С Духом Святым все смогу я пройти, Он в тихом ветре придет, чтоб я вышел, как золото. Наполняй меня, Дух Святой, наполняй нас, наполняй нас собой. Вышел, как золото. С Духом Святым все смогу я пройти, Он в тихом ветре придет, чтоб я вышел, как золото. Как золото очищенное в огне. Больше тебя в моей жизни, пусть будет больше тебя, пусть будет больше тебя, пусть больше тебя, пусть будет больше тебя, пусть тебя будет больше, пусть тебя будет больше, больше во мне. Пусть тебя будет больше, пусть тебя будет больше, пусть тебя будет больше, больше во мне. Пусть тебя будет больше, пусть тебя будет больше, пусть тебя будет больше, больше во мне. С Духом Святым смогу я пройти, Он в тихом ветре придет, чтоб я вышел, как золото. С Духом Святым все смогу я пройти, Он в тихом ветре придет, чтоб я вышел, как золото.
дорогой святый Бог, Иисус. Спасибо большое, то, что наполняешь нас, то, что даешь нам эти славные минуты с Тобой. Благодарим Тебя, Господь, за Твое спасение, за Твое исцеление, которое Ты даровал нам. Спасибо Тебе за обеспечение, которое есть сегодня у нас. Благословляем наши места, где сегодня мы работаем. Благословляем наши места, где сегодня мы можем говорить о Тебе. И благодарим Тебя, Господь, за те финансы, которые Ты дал нам, за ту возможность отдавать Тебе Твою часть, Твою десятину, Господь. Спасибо, то, что Ты даешь и открываешь нам наши сердца на то, чтобы приумножалось Твое Царство, Господь. Пусть эти десятины расширяют Твое Царство. Пусть, Господь, они служат Тебе, служат тем, кто нуждается, Господь. Спасибо за приношение. Благословляем.